Вітаю в ефірі студії «Репортер». Я Віталій Хемі. Радий бачити в нашій студії людей мистецтва. Михаїл Сіда, соліст Одеської філармонії. Добрий вечір, Михаїл. Здравствуйте. Дмитрій Земський, мультиінструменталіст, музикант, лідер групи «Зіра». Вітаю. Сьогодні ми говоримо про 90-річчя Одеської філармонії. Наш видатний заклад не тільки Одещини, взагалі всієї України. Подія важлива. Ви, як музиканти, соліст, пан Михаїл, розкажіть, що ви відчуваєте, коли виходите на сцену Одеської філармонії? Всегда большую радость. Тем более, эта радость усиливается нынешними обстоятельствами, когда концерты стали не такими частыми, как хотелось бы. Ну и всегда, конечно, большое ощущение сопричастности к чему-то большому, потому что на эту сцену выходили величайшие музыканты 20 века. И всегда это очень приятно и очень волнительно. Поэтому я надеюсь, что у нас все наладится. И мы сможем чаще выходить на эту сцену, и люди смогут приходить, наслаждаться искусством. Дмитрий, цей зв'язок з глядачем, він дуже важливий. Ми живемо в рік пандемії, вже навіть більше року, але найбільше постраждали це люди мистецтва. Ніяких концертів, ніяких гастролів, ніяких глядачів. І ось зараз це повертається. Ну, це ж свято. Слава Богу. Слава Богу, що це повертається. І от Михаїл сказав, дійсно, це велика така, ну, як виходиш в зал філармонії, любой. Малий зал, великий зал, в вестибюлі стоїш там. Во-первых, само здання. Ви посмотрите, яке воно красиве. Это же здание 19 века, отличное. Ну, то есть там уже там находишься, и уже как бы душа, ну, она уже спевает, она уже играет сама. А еще музыка добавляется. И что тогда? И что это? Ну, это просто, как это? Пир духа. Пир духа. Я хотел сказать, но как бы постеснялся. Наскільки я знаю, що до 90-річчя філармонії готується така музична святкова програма, кілька слів, можна навіть більше. Михаїл. Да, дело в том, что к 90-летию вообще сейчас готовится много интересных ивентов, интересных программ, интересных концертов. И мы сегодня хотим поговорить об одном из них. Это будет потрясающее действие. Такого вы еще точно не слышали, поэтому слушайте и запоминайте. В общем, будет концерт группы «Зіра», но не просто концерт группы «Зіра». Концерт этого коллектива вместе с оркестром Одесской филармонии и детским хором. Поэтому будет, я даже не знаю, в сколько раз это будет, значит, если в два раза это в кубе, нет, в три раза это в кубе. Короче, в девятой степени. Это только математикам под силу узнать, насколько это будет круто. В общем, очень-очень интересный будет проект. Это проект Димы, группа «Зіра». Это этно-коллаборация. И сочетание с музыкантами академического направления, с оркестром, с детским хором, это все будет в очень необычном свете. Поэтому не пропустите 29 мая Одесская филармония. Как відбуваються репетиції, якщо можна, нам завісу. Я хотел бы рассказать еще про проект. Так. Представьте себе очень необычные инструменты, вот, которые вы можете все просто представить. Ну, я вот озвучу, это индийский ситар, арабский ут, китайский хулуси и много-много всяческой перкуссии и духовых инструментов. В сочетании с, опять же, вот, с камерным оркестром и детским хором Столярского. Ну вот по совместимости всего этого я таких концертов не знаю просто. Хотя я очень увлекаюсь музыкой и в Одессе, наверное, вот на протяжении уже там 30 лет точно не пропускаю ни одного концерта, который вот выбивается из ряда какого-то общих концертов. Вот. А репетиции, ну как происходит? Вот завтра будет репетиция с хором у нас. Очень сложно собрать, понимаете, организовать все это дело, потому что
все очень заняты. Сейчас все открылось, и все сразу стали работать. И вот, Рик же был втрачен, да, и да, встынуто еще. И все это в таком темпе, ну, повышенном темпе. Но, слава богу, мы идем вот к намеченной цели очень так приличными шагами. То есть партитуры уже все есть практически. А дело в том, что Дмитрий прав, сложно собрать всех людей, потому что на сцене будет около 70 человек, я думаю. То есть это оркестр, хор, группа «Зира». Тут 5 человек уступает, ты думаешь, елки-палки, как это все, как это? Вот. А на самом деле, еще чем интересен концерт, у нас будет сюрприз для слушателей. Это будет совместное выступление с нами выдающегося джазового пианиста, композитора, аранжировщика Алексея Петухова. У него сегодня концерт в филармонии, и он же делал партитуры для оркестра, то есть он вдохновился музыкой Дмитрия и сделал оркестровки. Это будет нечто действительно крутое. Коли Дмитрій запропонував згадати якісь незвичні музичні інструменти, я чомусь, по-перше, згадав ханки і діджеріду. Чомусь найбільш такі незвичні для мене інструменти. Я нещодавно дізнався, що вони взагалі існують, як вони лунають. Ну, це дійсно цікаво. А є якісь там прогнози, як сприйме одеський глядач? Одеський глядач, він завжди такий вишуканий, завжди такий щось потребує, щось такого цікавого. Я думаю, що всі будуть, как говорят, у захвате. Вот. Да. Я думаю, что всем понравится, что все будут в хорошем смысле удивлены тем, что будет происходить, потому что это будет перформанс такого мирового уровня. Очень сложный в техническом плане, очень сложный в музыкальном плане, необычный и, самое главное, штучный на данный момент, потому что филармония сейчас даже в это сложное время уделяет очень много вливанием в этот концерт, чтобы он получился, чтобы он прошел. И, конечно же, когда в следующий раз произойдет такая вот коллаборация между тремя большими коллективами со сложной программой, это вопрос, поэтому не пропустите. Какие очікування від реакції одеського глядача? Ну, я надеюсь на хороший концерт, хороший звук. Я вам скажу так, что я могу за свой коллектив отвечать как-то. Так, вы знаете, «Зира», вот на «Зиру» очень хорошо всегда реагируют довольно разные категории людей, да, и возрастного, да, от детей. Дети очень хорошо слушают, это очень важный показатель. Когда ребенок сидит и слушает, либо он там как-то играет, но слушает, то есть у нас есть контакт с... И, ну, были разные случаи, мы выступали в разной молодежной аудитории, и были какие-то клубы там, где... мы были как-то в клубе таком, знаете... Да, расскажите. Да, в другом городе, не в Одессе, я уж не помню, это, по-моему, Чернигов был или Черновцы. Что-то наш город, да. И там клуб, один из самых крутых таких клубов. И там собираются все, от гопников каких-то, да, до каких-то богатых очень людей и художники, богема, да, в общем... Видимо, один клуб на весь город. Видимо, да. Такой один из самых крупных. Вот. И мы там как-то играли концерт, и все было хорошо. То есть всем понравилось. Это, ну, для меня это. И животные хорошо тоже реагируют на нашу музыку. Перефразируя Бориса Борисовича Гребенщикова, камни тоже начинают плакать. А взагалі, розкажіть більше інформації про ваш музичний проект, про вашу групу. Теж цікаво почути історію. Колектив був оснований у 2009 році. Ну, вот у меня был материал музыкальный, и были инструменты экзотические. Вот я уже перечислял. Так. Ут, ситар, да, вот такое вот. И гитара, собственно, то есть и духовые разные инструменты. Нужно было ритмическое оформление этого всего. Ну и вот так вот получилось постепенно, потихоньку люди как-то менялись. И вот на данный момент это, ну, я считаю, лучший состав у нас. Ритмическая секция оформилась. Ритмическая секция оформилась давно, а вот оно обросло еще, понимаете, такими
красотами всякими в качестве вот Михаила. Он добавляет такие свои флейты, там вот свой кларнет, конечно, придал очень такой изюма. Да, вот. И Михаил тоже мультиинструменталист. Так, я все побачу. Сейчас я дивився, и Михаил и там грає, так грає, змінюється від духових інструментів, а якість так відмінна. Він ще й поет іноді, коли трішки вишиває. Коли в хорошому настроєнні. Коли в хорошому настроєнні, він поет. Так що я думаю, що за от скільки вже, виходить, більше 10 років существування колективу, ми випустили два диска, зараз от на грані запуску третій, я думаю, що вже скоро. І мы побывали на разных фестивалях, как в Украине, так и за пределами. Мы были в Польше, в Люблине несколько раз на фестивале. Один фестиваль был, это... Все этномузыки и такие тематичные вещи? Нет, это был фестиваль «Ночь культуры», он назывался так. Там ночью, то есть происходит этот фестиваль. И куда там... не глянешь, культура. Ось, Вы я понимаете, Люблин – это такой маленький город, ну вот как этот называется сейчас, Черноморск, да, или как город? Мне кажется, Люблин больше, Черноморск, чуть-чуть, там? Вот чуть-чуть больше, полчаса мы его обходили уже вдоль и поперек, да, и вот там 120 локаций, в которых происходит, из них там это рок-сцена большая, там где тысячи людей, какая-то еще этно-сцена, джазовая, ну то есть там... Очень много коллективов, художники, перформансы, вот весь город, как бы он задействован, весь центр, по крайней мере, да, вот. И мы тоже участвовали там неоднократно. И также украинские фестивали, это «Артполе», замечательный был фестиваль «Артполе», который вот просто... В Бережанах был фестиваль замечательный. В Бережанах, да. Это под Тернополем, замечательная локация. Да, да, да. У нас там был классный сет. Ви граєте авторську музику, тому що я ось не знаю, я не те, що я там заслуховуюсь там етномузика, але мені завжди цікаво, чи це музика якусь раніше хтось грав, чи це музиканти самі написали і навіть все написали, там і музику, і слова. Ми граємо музику Дмитрія. Дмитрій приносить якусь тему. Потом приносит музыку. Приносит музыку. Ставит на стол. Да. И мы играем. И мы начинаем большими ложками. Вот. Дмитрий приносит тему. И мы собираемся на репетиции и начинаем. Вот, ему предлагают какие-то варианты. Мы пытаемся это все оформить, то есть делаем аранжировку вот, коллективом. Поэтому вся музыка Дмитрия. Для меня очень важно, чтобы каждый человек, который вот, играет с нами, он выразился. Ну, то есть. В музыкальном смысле выразился и выплеснул наружу вот все, что он хотел. Да. Все, что он хотел выплеснуть наружу. Ну, ти казав нам про такі незвичні інструменти, але щоб їх опанувати, там, грати на них, це ж у нас в школах не вчать цього, наскільки я розумію. Ну да. Ну понимаете, я начал собирать инструменты, ну вот тоже вот. Параллельно, как я занимался в консерватории, там вот уже я начал интересоваться другими инструментами. Для меня эти вот тембры разные звуки, это как краски для художника, который вот рисует разными красками. Мне не хватает одного тембра, вот мне хочется разнообразия, и вот каждый инструмент — это новый мир. Вот я открываю для себя, а потом для других людей какой-то новый мир. Ну, разное звукоизвлечение, разный звук. Вот ситар вообще такой поглощающий издает звук, который сразу... Единственное, есть ну, не минус, не проблема такая, а вот то есть звук ситара, допустим, он сразу относит нас куда-то на восток, в Индию. Да? Хотя музыка может быть не индийская, да? Она... Ну, перша асоціація – це схід, да, це Азія. Да. Ну, я вам хочу сказати, що концерт – це буде дуже позитивна музика, яка дозволить вам путешествовать. От зараз, вот, ну, казалось би, з путешествиями теж складно, знаєте. От в Індію не поїдеш, туди не поїдеш. Музика має допомогти нам уявити. От ми можемо допомогти вам ментально перенестись в інші країни, там, в інші міри якісь. Ну, вот в таком.
29 травня в филармонии. А продовження буде, може, в інших містах, в інших, ну, де вже країнах? Ми на це надіємося, але це дуже дорогостоящий проєкт, тому нам повезло, що філармонія празднує 90-ліття, как бы, змогла організувати этот сложный в финансовом смысле, в том числе, концерт. Поэтому мы на это надеемся, но пока что, судя по нашей, как бы, ситуации, мы стараемся не заглядывать слишком далеко вперед. Все правильно. Поэтому самое главное для нас 29 мая – это интересный, сложный проект с позитивной музыкой, которая действительно поможет вам как-то вот ментально стать світліє. Да. Це травня, це субота. І ще я хотів запитати не про творчість питання. Все ж таки ми говоримо і про філармонію, про концерт поговорили. Про філармонію. Цей рік, коли всі ми, люди, які полюбляють ходити в театри, в подібні заклади, чекають на велику реконструкцію філармонії, на те, що вона принесе лише позитивні моменти, там буде більш комфортніше нам, глядачам, комфортніше буде і вам, людям мистецтва. Які у вас очікування, Михайло? І Дмитрій також. Я не можу говорити об ожиданиях. Я тільки скажу, що дійсно назріли определені моменти, які можна вирішити тільки з участием професіональних архітекторів, інженерів, які можуть працювати з пам'ятниками архітектури державного значення. Конечно же, хочется бесшумную вентиляцию зала. Конечно же, хочется бесшумное отопление зала. И многие другие моменты. Главное, чтобы эта реконструкция принесла только позитив как слушателям, так и работникам филармонии, чтобы здание продолжало служить жителям города как прекрасный... Храм или поминок? Да. Дмитрий? Ну... Присоединяюсь, и главное, чтобы хуже не было, знаете. Вот. Ну, надеемся всегда на лучшее, что и акустически будет, может, как-то интересней. Хотя, вот зал филармонии критикует большой, но мне кажется, он, если поработать со звуком, то он очень хорош, на самом деле. Дело в том, что его в основном критикуют люди, которые ходят на концерты с подзвучкой. Вот. А как раз акустически, для акустических концертов он очень хорош. Я помню, кажется, в 2000-х годах была реконструкция сцены, ее подняли, несколько изменили геометрию пола, и тогда звук стал хорошим. То есть, если вы слышите, что кто-то жалуется на акустику в филармонии, именно на акустических концертах, на классических концертах, вы можете подумать, что этот человек добивается каких-то своих целей. Вот. Что касается больших громких концертов, да, там есть нюансы. Из-за обрамления витражей, то есть там закручивается звук, производит такая, происходит турбулентность. Но этот зал и не был никогда рассчитан на громкие, например, там, рок-концерты или поп-концерты. Але іноді і таке буває. Я бував, якщо говорити про свої враження, бував на джаз-фестах в основному. Мені подобалось. Не подобалось лише що те, що було літо і було дуже спекотно. Але, да, можливо, на сцені, на сцені воно інакше відчувається, ніж в залі. Да, більш жарко на сцені. Я пам'ятаю концерти Гребенщикова, якраз зимой, по-моєму. Да, да? Да. І, ну, вроді би, це рок-концерт, хоча це було без барабанів, але все ж. Вот, барабани. Да. Вот с перкуссией, у нас перкуссия, у нас не барабаны, так что это большой плюс. И был замечательный звук, очень звукорежиссеры очень хорошо поработали, было очень здорово в зале, я думаю, на сцене там они... А что касается джаз-фестиваля, то в свое время Юрий Кузнецов и Наталья Артнова всегда работают с хорошими звукоинженерами, и они, конечно же, не допускают таких, ну, как бы, проблем со звуком, то есть это всегда хороший, качественный звук. Я надеюсь, что с реконструкцией будет произведена, как бы, работа над вентиляцией, главное, над бесшумной вентиляцией, и летом будет прохладно, зимой тепло, и всем будет комфортно, и еще более приятно будет ходить в нашу филармонию. Це важливе питання, ми це підіймаємо. Я, колеги, дуже вдячний вам за анонс такого позитивного заходу, який відбудеться вже наступної суботи. Дмитрій, Михайло, вам такого
вдалого концерту, щоб взагалі і по очам глядачів ви розуміли, що все вдалося. І щоб обов'язково було продовження. Це головне побажання. Успіхів вам, всій команді, гурту «Озера». Приходьте ще. І щоб були здорові, це головне. Дай Бог всім телезрителям радості, здоров'я, любви, мирного неба. Да. Да. І приходіть на концерт 29 мая. 29 мая ждемо вас в філармонії. Дякую. З вами була студія «Абдрепортер» Віталій Хемій. Залишайтеся з нами.